Чтобы события Пугачеве не повторялись, нужно прежде всего иметь государственную цель вывести русский народ из того чудовищного кризиса, который находится. Прежде всего, это кризис сверхсмертности из-за сверхдоступности главного убийцы русского народа – это водки. Люди обращают внимание как бы против, там, условно говоря, чеченцев, дагестанцев, но больше всего они недовольны тем, что русские вымирают. Русский государствообразующий народ Российской Федерации и все народы заинтересованы в том, чтобы русский народ вышел из того демографического кризиса, в котором он находится. Кроме того, все диаспоры должны не сопротивляться, а сотрудничать с властями в том, чтобы подавить этническую организованную преступность, против которой во многом выступают люди. Люди выступают не против чеченцев, они выступают против того, что какие-то чеченцы, связанные с криминалом, получают поддержку диаспоры и скупают, имеют возможность откровенно грабить и убивать, а потом подкупая при этом милиционеров.